Австрийская полиция перехватила грузовик с 26 нелегальными мигрантами, в числе которых оказались трое маленьких детей в тяжелом состоянии, сообщает агентство France Press со ссылкой на местную полицию. Трое маленьких детей были госпитализированы в очень тяжелом состоянии. Докторы сказали, что они были сильно обезвожены, говорится в заявлении полиции. Пресс-секретарь полиции в земле Верхняя Австрия добавил, что если бы путешествие продолжилось, состояние детей могло стать критическим. Водителем грузовика оказался гражданин Румынии. Полиция арестовала его после того, как он отказался проходить стандартную процедуру проверки. В четверг австрийские полицейские обнаружили погибших мигрантов в контейнере грузовика на одной из трасс. Всего найден мертвым 71 человек, 59 мужчин, 8 женщин и 4 ребенка, в том числе девочка в возрасте 1-2 лет. В связи с расследованием дела власти Венгрии задержали троих болгар и гражданина Афганистана, срок их содержания под стражей был продлен до 29 сентября.